Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как сохранить проект с Camtasia. Открываем Camtasia. После того, как вы записали проект, нажали «Стоп», сохранили его куда-то в виде файла «Проект Camtasia». Вам необходимо его преобразовать в фильм, для того, чтобы выложить в YouTube. Можно вылаживать напрямую в YouTube, или все же сохранять как фильм, а потом только загружать. Смотрите, значит, открываем. Вот мы открыли Camtasia. Далее нам необходимо проект Camtasia перетащить вот сюда. То есть вы знаете, где вы сохранили свой проект. Ну, вот, например, на примере на любом вот сюда перетягиваем в это окошко. Далее вот этот проект опять берем, перетягиваем вот сюда, на звуковую и на видеоленту. Здесь нажимаем ОК, это как бы автоматически идет. И вот у нас получается, что наш проект, нашу там планерку вы записали, либо еще что-то вы записали, оно преобразуется вот в аудио-видео дорожке. Следующий шаг. Нажимаем Produce and Share и Share to YouTube. Надо ввести свой логин, свой пароль. Но бывают случаи, когда в YouTube не заходит, получается, что напрямую выложить не получается. Тогда необходимо этот проект сохранить в видеофайл. Также нажимаем Produce and Share. Два раза нажимаем, смотрите, два щелчка. И вот у нас получается такое окно выходит. Здесь мы нажимаем, вызываем список и нажимаем пользовательские настройки проекта. И все, дальше нажимаем «Далее». Здесь у нас вывод флеш. Это удобно, потому что в основном во всех браузерах идет флеш-плеер. То есть уже 100% он будет выводиться MP4 и так далее. Нажимаем опять «Далее». Здесь у нас идет как бы предпросмотр видео. Это не обязательно, просто «Далее» нажимаем. И все. Эти все настройки не тут автоматически. Для того, чтобы их менять, надо вникать. А так, для кому это особо не важно, просто нажимаем «Далее» и все. Здесь опять же нажимаем «Далее». И здесь смотрите имя выходного файла. Здесь вы нажимаете, называете имя, как вам хотелось бы, чтобы у вас назывался этот проект. И выбираете место, да, куда бы вы хотели, чтобы это сохранилось. Выбрали, нажимаете «Готово». Но так как у меня этот файл уже сохранен, то у меня спрашивают, надо ли перезаписывать. Я нажимаю, что мне не надо, нет, а у вас будет автоматически выходить окно преобразования видео. После того, как видео преобразуется, оно у вас будет, вот, планерка, будет в виде вот такого файла, планерка игры Иры, MP4. И уже его вы загружаете на YouTube. Все, как видите, ничего сложного тут нету. Желаю вам быстрого преобразования. До свидания.